Я на месте. Мы приветствуем Ольгу, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, эти резинки, я даю команду, эти резинки все отправляются в клетку-тюрьму. Готово. От них выстраивается канал. На счет три притягивай ответственного. Один, два, три. Стоит в клетке. Бес. Считай цифру у беса над головой. 8. 8-герцовый. Хорошо, поехали дальше. Я даю команду на счет три. Сканер сканирует пространство над головой Ольги под ногами. Заложником. Один, два, три. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ольги. Находит все. Дракон синий. Хорошо, синий дракон агрессирует? Нет, абсолютно. Странно. Хорошо, дальше. Джин. У меня фантом белый какой-то. Вытаскивай белый фантом, летит в клетку-тюрьму. Снимаются все маски, голограммы, фантом предстоит в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Если фантом с кем-то связан, притягивается ответственно. Один, два, три, стоит в клетке. Веселый день. Дальше. И арахнует. Все. И арахнует. 5 каналов. Хорошо. Так. Считай цифру синего дракона над головой. 1005. Считают у джина цифры над головой. Какой джин? 906. Синий? Джин. Синий, да. Хорошо, синий. Как гуманоид. И дракон. Как и дракон синий. Понятно. Хорошо. Дракон, с кем ты пришел в это биополе? Не с гуманоидом, случайно? Он показывает на арахноида. У них дома есть подключки. Дома есть порталы и подключки. Обращаем внимание, у Ольги у вас в доме находятся интерференты и открытые порталы. Обратите внимание, рекомендую вам почистить вашу квартиру. Иначе каналы открыты, это все равно, что спать рядом с открытым туалетом. Рано или поздно какая-нибудь сущность выйдет. Итак, гуманоид, откуда ты пришел? Не хочет разговаривать? Нет, он говорит какое-то название. Какое название? Артун. Артун? В каком созвездии это находится? Арта. Звезда. Звезда Арта. В каком созвездии она находится? Сириус? Или рядом с Нибиру? Или где? Между Альдебараном и Лебедем. Между Альдебараном и Лебедем. Оттуда к нам, с Лебедя к нам приходили, с Альдебарана приходили. И вот и пришли между ними. Понятно. Сколько ты находился в биороботе? В биополе? Ольги? Гуманоид? 5 лет. 5 лет. Арахноид, сколько ты находился в биополе? 6 месяцев. Джин, как долго ты находился в этом биополе? 1 год 4 месяца. Бес, как долго ты находился в этом биополе? Он говорит 3 года в общем. Он ее показывает, что у нее высокие вибрации бывают, тогда он выбегает. Угу. Но вот потому у него резинки на руках. Понижать их, да? Во-первых, понижать, а во-вторых, чтобы он мог зацепиться и зайти спокойно. Mm-hmm. То есть он как на резинках выпрыгивает, когда она начинает заниматься собой. Ну, как они в церкви делают. И развиваться. Да, я знаю, как это выходит. Человек опускает вибрации, моментально они заходят. Синий дракон, сколько ты находился в биополе? 1 год. Хорошо, все знают, где они находятся. Я даю команду тонкой копии Ольги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Так, меня интересует, кто был ответственный за правую ногу. Правая нога подсвечивается, если там есть какая-то установка. Есть, варикоз... бес и установка. Ну, бес. Ну, все, я тебе говорил. Ты доставил человеку огромный, из них, возможно, самый большой вред. Варикоз вен на правой ноге. Ну, наряд я ни при чем. Открывается перед его клеткой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Повтори то, что ты сказал. Ну, я правда ни при чем. Закрывая портал. Откуда эта болезнь взялась? Почему ты ее усиливал? Уменьшал вибрации. Понятно. Арахноид. Ты был ответственный за давление высокое? Он, да. 50 тысяч герц удара арахноиду. Бежит. Это самая маленькая ступень.
Ты слишком большую боль добавил, арахноид. Я эту боль сейчас могу тебе вернуть за одну минуту. И у тебя лапки отпадут в этой клетке. Ты хочешь этого? Нет, он не хочет этого. Почему ты паразитируешь в биополе человека? Почему ты ему доставляешь такие боли? Ты паразитарная сущность, которая вообще не должна находиться здесь. Глазами хлопает. Тебе кто-то разрешал, она тебе давала свое разрешение на использование своих энергий? Нет, не давала. Ты слышал о законах мироздания, о праве души на свободное развитие и право пользоваться своими энергиями? Слышал об этом? Он показывает, что он слышал, но она не слышала. Хорошо. Но ты слышал, значит, ты нарушил законы мироздания. Это взаимный закон. Но если взаимный закон, тогда ты выдержишь сегодня всю боль, которую ты ей причинил. Потому что это тоже боль взаимная. Или ты думаешь, ты безнаказанно уйдешь? Ну, понятно. Ну, вот мы посмотрим, как тебе это понятно. Ждем окончания реверса. Готово. Отлично. Я даю команду на счет три. Конструкция гуманоида, находящаяся в биополе Ольги, на счет три отключается полностью. До 100%. 1, 2, 3. И безболезненно выходит и отправляется в клетку-тюрьму. Выходит из ее биополя, отправляется в клетку-тюрьму. Что идет? Энергия разная возвращается. Отлично. Синяя от дракона, красная от беса. Разные энергии идут от джина. Разноцветные. А конструкции что? Сейчас фиолетовая от арахноида. Конструкция по чакрам. Зеленая очень много идет. Сердечная чакра. Понятно. Готово. Хорошо. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Ольга забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Ольга, хозяйка своих энергий, забирает все свое себе обратно. Есть. Так, синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы. Возвращайся назад в клетку, отключай. И докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет или оставит, он просто сгорит по каналам в этой клетке. Такое бывает очень часто здесь. Рекомендую не обманывать. Собрался. Хорошо. Так, Джин, с какой вещи ты пришел в ее биополе? Слава, платок идет. Платок. Это подарок или покупка была? Почему-то идет слово старый. Старый платок. И давно ты с этим платком связан? Недавно. Хорошо, Джин, давай, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, вытаскивай все, что ты оставил. И докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. Если что-то найду, никуда ты не уйдешь уже. Готово. Гуманоиду выходить не надо. Гуманоид, что осталось в ее биополе на твоих энергиях? Есть что-то еще? Осталось, показывает он. Хорошо, ему выходить не надо, он может вытащить это так. Вытаскивай. Сканер просканирует сейчас то, что вытаскивает гуманоид, и введет это в банк данных. Он должен находить в следующий раз все подключки и выводить их. Вместе с конструкциями. Готово. Отлично. Арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину, все свои иголки вытаскивай. Всю свою жидкость отсасывай, приступай, возвращайся в клетку. Бегом он бежит. Правильно делают. Бес, кто больше всех наносил ущерб здоровью из присутствующих? Есть. Забрал арахноид, да? Да. Хорошо, итак, бес, кто из присутствующих больше всех нанес вред здоровью Ольге? Они космические, все тело занимают. Космические, понятно. Хорошо, бес, скажи мне, есть лярвы в биополе Ольги? Небольшие лярвочки, он говорит, в ногах. В ногах, понятно. Хорошо, ты хочешь их забрать, да? Ага. Сначала выходи, вытаскивай все свои подключки, развязывай все, вытаскивай, на месте доложи мне о готовности. Я дам тебе команду отдельную на лярвы. Приступай. Готово. Разрешаю тебе забрать лярвы. Забирай все, ничего не оставляя. И возвращайся в клетку. У нее по ногам, да. По икрам небольшие такие лярвы. Маленькие, но их много. Она сантиметра красная. Два. Там с варикозом что-то связано, посмотри. Но сейчас я просто ногу вижу, вот внутри такие, как
красные такие зигзаги. Хорошо, в твоих руках появляется специальный медицинский инструмент 1, 2, 3. И в автоматическом режиме этот инструмент удаляет все эти красные точки затем в правой ноге 1, 2, 3 полностью, до 100%. Готово. Открывается портал в галактическое ядро и скидывает туда инструмент вместе с этими энергиями. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. Все забрали, да, Вера? Да. Я даю команду на рассинхронизацию Ольги Сы. Есть рассинхронизация. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. У нее под ногами. Воронка? Это даже не на воронка. Я бы назвала это пустота. Черная. Даю команду. На счет 3 эта черная пустота выходит из-под ног Ольги и отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, ждем окончания проверки. На чистое. Это ее пустота. Это ее пустота. Отлично. Ольга, вы видите эту пустоту в ваших ногах? В клетке она сейчас черная. Почему-то слово идет вакуум. Как вакуум и живет отдельно от всех. Сама это ее личное желание? Она говорит, я не знаю, так получилось. Хорошо. Под этой черной пустотой открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Она уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Подхожу к Ольге, кладу руки на плечи, помогая моей энергии сделать импульс высокого вибрационного шока удара и сжечь. На счет 3 все каналы к интерферентам и их под ключиком. 1, 2, 3. Удар. Отлетают все каналы. Открывается портал в галактическое ядро канала, уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо, еще раз спрашиваю, кто присутствует в квартире из вас? Дракон, арахноид. Да. Ну и бес, конечно, он уже выпрыгивал, запрыгивал. И бес. Хорошо, бес, синий дракон и арахноид. Я вас буду сейчас отпускать на вашу чистоту. Я вам очень рекомендую прийти в квартиру, в дом, забрать все, что вы там оставили. И пока еще порталы открыты, пока я все не сжег в этом доме, уйти через эти порталы и никогда там не появляться. Я когда-нибудь приду и закрою это все. Но если я вас найду там второй раз, встреча со мной второй раз, будет для вас фатальная. Я вам даю время для того, чтобы вы все собрали и сами ушли из этой квартиры. Бес сказать что-то хочет. Он говорит, что я расскажу про пустоту. Давай. Мягкая она. Думает, что с ней дружат все, а ей завидуют. А сейчас хуже стало. То есть ты имеешь в виду, это все выросло на ее личных энергиях и представлениях, правильно? Чернота вокруг нее собралась пустотой. Не сброшенной подвисла. Понятно. Ольга, энергию надо сбрасывать каждый день негативные, заправляться энергиями и вибрациями. Вы сегодня увидите в этом сеансе, как это делается. Но бес мне дал ценную информацию, за это я ему сделаю небольшой подарок. Выходит эмоциональный фантом Ольги, 1, 2, 3. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, это низковибрационное, ей же сгенерированное, проецируется на эмоциональном фантоме. Люди наглые вокруг нее, а она на себя все берет. Фантом вышел. Понятно. Хорошо. Бес, хочешь забрать эти энергии? Давай, давай, скорее мне их. Отправляю бесу. Это его чистота. Все, что было названо, находится на чистоте беса. По идее, это все, что я называл, это была музыка в его ушах. Не так ли, бес? Вкуснятина. Хорошо, все. Ты все забрал. Готов уходить? Да. Ты понял насчет квартиры, да? Понял я. Хорошо. Услышал тебя. Услышал, хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. 1, 2, 3. И бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Он сказал, что ты лакомый кусок такой скинул. Голограмму про пустоту. Ой, галактическое ядро. Ну, я не знал, хорошо. Теперь буду знать, что надо было ему отдать. Хорошо, синий дракон. Я хочу получить слово синего дракона, что больше никогда в это биополе не войдешь, и также в ее квартиру. Даю слово. Хорошо, я тебе разрешаю это все забрать, все, что установил, у тебя есть время пока.
Но ты меня услышал. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. 1, 2, 3. У нас и Джин тоже в квартире сидит там с этим платком, да? Джин тихо сидит. Джин, ты хочешь меня увидеть второй раз? Джин из любых ситуаций выберется. Нет, 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 Джин. У тебя 906-й. Мы вчера общались с 9000-м Джином. Он умолял, чтобы я не сжигал его челму, его магические золотой, кольца. Наверное, да? Это был золотой, абсолютно верно, да. Это был золотой. И вот он не хотел свою челму терять, не хотел терять свои кольца, серьги, магические инструменты. А ты хочешь потерять их? Сосуд с деньгами, например? Или отправить тебя куда-нибудь в Антарктиду, на дно океана? Это как тебе отрезать ногу. Ну, вот не я расчленяй тебя... меня. Хорошо, я тебе об этом и говорю. Я тебе даю шанс уйти сейчас на свою чистоту, потом вернуться, забрать все, что ты оставил в этом доме, отключиться полностью. Если ты еще не понял, я не шучу. И у меня очень серьезные намерения. Я даю первый раз шанс. Если ты меня не услышишь, вторая наша встреча закончится именно так, как я тебе говорил. Он говорит, что пусть кому-нибудь в дар отдаст этот платок или в церковь отнесет, а я найду свою дорогу. Хорошо, это будет решать Ольга, как ей делать, или отдать этот куда-то шарф, или же этот платок уничтожить. Пусть она решает, как она хочет, это ее решение. Но она об этом знает, а ты услышал то, что я тебе хотел сказать. Все понятно? Да, понятно. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. И Джин забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Арахноид, я повторяться не буду. Ты знаешь, что делать, да? Знает. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Вроде не расставались. Я абсолютно верно, Ли. Я тоже так вижу. Как, кстати, твоя роза? Цветет? Поливаешь ее? Она в порядке. Замечательно. Ли, посмотри, пожалуйста, она сегодня гуманоид какой-то звезды или планеты Арта. Стоит конструкция, 5 лет сидел. Как скажешь, так и сделаем. Пускай это мелочь. Хорошо, гуманоид. Я прошу тебя учесть во внимание, что следующая попытка подсоединения к человеку, если ты будешь найден, это уже отобразится, ты будешь за это наказан. Я рекомендую тебе больше не подключаться. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте гуманоида 1, 2, 3. Гуманоид без конструкции уходит на свою частоту. Закрывай, печатаю, растворяй. Под конструкцией открывается портал в галактическое ядро. Конструкция уходит на переработку. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Все, хорошо. Клетка пустая у нас? Сейчас, подожди. Веревки должны были какие-то еще остаться, да? Ну, посмотри. Я забрал их. Хорошо. Пустая.